Приветствую вас на канале Asmo Deplay. Мы продолжаем играть в Мафия. 2002 год. Так. Загрузить. Поехали, блин. Хуже вчерашнего с нами еще ничего не случалось. Мы потеряли 8 человек, весь груз. И Сэм даже не может встать. Это война, и она захлестывает нас выше макушки. Он уже привлек на свою сторону прокурора. И тот сейчас усердно под нас копает. Кроме того, он в хороших отношениях с советником, сыном которого ты шлепнул, Томми. Так что на нас напустят и копов. У них ничего против нас нет. А вот и не угадал. Вчера Фрэнк сдал все наши конторские книги. У прокурора нынче праздник. Проклятие! Фрэнк вряд ли хотел крови. Но он, похоже, не стал бы возражать, если бы я получил пожизненное. Эти конторские книги дадут прокурору кучу улик против нас. Но без Фрэнка они бесполезны. Нам придется ликвидировать Фрэнка. Вы имеете в виду убрать его? Я что, конечно, должен пришить Фрэнка? Больше 20 лет я знал Фрэнка. Мы вместе достигли многого. Но Фрэнк нарушил омерту. Не знаю почему. Наверное, у него были свои причины. А у нас есть свои причины, чтобы убрать его и вернуть эти книги. Иначе все мы получим срок. И не маленький. Как пожелаете, босс. А точно нет тут других? Точно. Я думаю, сегодня наш последний шанс сделать что-либо до того, как Фрэнк окажется вне нашей досягаемости. Что мне нужно сделать? Сначала найди этих двоих и узнай, куда отвезли Фрэнка. Это пара стукачей. Они контактируют с копами и с судом. Кто-нибудь из них точно должен знать. С Большим Бифом из Чайна-тауна ты уже знаком. А малыш Тони вечно ошивается на острове рядом с музеем. Потом отыщешь Фрэнка. Делай, что хочешь, но не убивай его. Пока он не скажет, где книги. Копишь? Понял. У Фрэнка будет охрана, так что... Сначала тебе придется их перебить. Как только вытянешь из него, где книги, убей его. Ладно, босс, как пожелаете. Удачи, Томми. Чувствую геморрой. Возьмешь у Винченца, машину у Ральфи. И помни, если не справишься, нам всем крышка. Как вы без меня жили раньше? Черт подери, что ты натворил, Фрэнк? Ты же был мне как брат. Давай. Так, так, так. Опа. Что у нас сегодня, Ральф? Что-то опять ремонтируют. Так, давай. Привет, Винс. Надеюсь, ты знаешь, зачем я здесь? Знаю. Что тут поделать? Эх, Фрэнк мог предвидеть это. Что у тебя есть для меня? Стейт Кольт сделает всю работу, но если хочешь, есть еще обрез. Конечно, хочу. Мне все давай. На Сицилии их называют лупара. Когда обнаруживают кого-то убитым из этой штуки, всем сразу ясно, в чем дело. К сожалению, сейчас самое время этим воспользоваться. Стреляет не так далеко, но вынести можно полдома, так что не промахнешься. Это верно. Никогда бы не подумал, что столкнусь с сицилийскими традициями вроде этой. Ладно. Тут ничего нет дополнительного, ничего такого взять не могу. Так, а где ты? Ага, вот он ты. Они немного изменили замки, но для профессионала здесь ничего сложного.
Давай, обучай меня. Вот так вот. Спасибо, Ральф. Так. Поехали. Омерта. Давай, давай. Тачки пока еще не разбиваются, да? Или разбиваются, я, кстати, так и не определил еще. Блин, там нет. Осторожно! Осторожно! Так, ладно. Чайнатаун. Аэропорт. Аэропорт. Да. Тихо. Вот видите, сам я еду. Ну вот он, там стоит. Ну, смотрим. Мистер Сальери передает тебе привет. Нам нужно знать, где Хоп держит камеру. Прости, Томми, но я ничего об этом не знаю. Нанеси визит малышу Томми. Он на короткой ноге с Хопом. Понятненько. Куда это мне ехать? Вот еще и на остров другой. Давай, вот здесь выйдем. Чайнатаун. Минутку. Так. Чайнатаун, значит. Был. Чайнатаун. А, точно, здесь же не ущерб машине, здесь ущерб мне. Здорово. Врезаться-то не стоит. А как же ремень безопасности? Или его тогда еще не придумали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, едем. Едем. Блин, как ты мог на такой маленькой скорости повредиться весь? Так, ментов нету. Тварь такая. Кто ж так делает? Да нету полиции, я же посмотрел. Так.
Так, а здесь-то мне куда? Так, выходим. Пойдем смотреть. Собака. Наверное, это ты. Как дела, Тони? Мистер Сальери желает знать, где копы держат нашего друга Фрэнка. И Большой Биф предложил мне спросить у тебя. Привет, Том. Слушай, я не знаю точно, где они держат Фрэнка. Не могу сказать, что один мешок с дерьмом болтал языком насчет Фрэнка. И копов на следующий день после того, как его взяли. Его называют придурок Джо, потому что он полный идиот. Он постоянно околачивается под мостом. Ты его узнаешь, он абсолютно лысый. Спасибо, Тони, я твой должник. Так, абсолютно лысый. Под мостом, значит. Ладно. Поехали под мост. Никого, никого. О, менты. А я-то уже далеко от вас уехал. Еду. Я в деревню к деду. Синие, зеленые. А красные, зеленые, золотопогонные. Господи, прости меня. Я с этим обожду. Журавы по небу летит. Корабль по морю идет. От тебя. Так, ладно. Что нам? Лысого мужичка сейчас будем искать. Пофон ему наставляю в башку. Блин, может что-то надо было более аэродинамичнее взять. А уйди ты. Боже. Что за... Осторожнее. Найдите Фрэнка. Давай, выходи. У меня жена и дети, пощади. Нет, меня жена, занят. Не убивай меня. Эй, ты случайно не Джо? Ты ошибся, приятель, я Пит. Пожалуйста, не убивай меня. Да я Джордж. Жалко тебя, да? Скажи мне, нет ли у тебя брата-близнеца по имени Джо? Мои братья не твое собачье дело. Ладно, мне чертовски нужно поговорить с этим Джо и побыстрее. Этого мужика не знаю. Боже. Боже. Ладно, ладно, хватит, я все расскажу. Ну, говори. Победил! Бога ради, прекрати меня бить! Я сейчас все расскажу! Я весь внимание. Фрэнк договорился с этими ублюдками, что он отдаст им конторские книги, а они переправят его в Европу. Лучше поторопись, он сегодня уже слиняет. Они держат его в одном месте, в дубовой аллее, напротив теннисного корта. Это все, что я могу тебе сказать. Теперь уходи, гад. Ты мне очень помог, чувак. В следующий раз прямо переходи к делу. Не жди.
Так. Ой, как мне далеко ехать. Осторожно. Так. Даже не знаю, как далеко мне нахрен надо будет там ехать. Как бы то ни был соседний остров. Так. Вот здесь поворот. Давай, 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 давай. Блин. Смотрите, сейчас какой будем замечательный проезжать. Опа, церквушка. А не здесь ли я проходил миссию? Нет, не здесь. Ладно. Отель. Так, ладно. О, хоть на другой остров не ехать. Ладно. Смотрите, какой прекрасный солнечный день. А мы едем на такое хреновое дело. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон там наверху, да, гольф-клуб. Только нам надо будет чуть правее взять. Ай-яй-яй-яй. Да. До конца. Так, мне там перестрелять, да, их всех еще надо будет. Жалкие людишки. Похоже, что я попал туда, куда надо. Уходит. Почти успел. Должно быть, Фрэнк им очень дорог, если его везут в бронированной машине. Ладно, последую за ними и узнаю, куда они едут. Давай. Господи! Ни хрена они! Машина-то, кстати, не обозначена на карте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И что-то у них она более маневреннее, чем у меня. Ничего страшного. А куда вы так спешите? Вы расталкиваете всех. Вы что, меня видели, что ли? И не забыл, что я был лучшим гонщиком. И ты знаешь об этом. Да куда ты бежишь?
Давай, 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 давай. Своего рода тоже гонка такая. А я ненавижу гонки. Не, блин. Не умею в них играть. Бывает. Тетка, ладно, отряхнись, если не померла, конечно. Спеша, смотрите-ка, тоже не прорисован тот факт, что он поедет, никого не задев. Бортует он. Вот тебе и случайность. Охренеть, столкнул кого-то. Тебе не жалко? Давай, давай, давай. Там вот домик какой-то, аэропорт, видимо. Избавьтесь от охранника, заберите у Фрэнка конторские книги, потом убейте его. Не, давайте-ка заново лучше. Давай. Потому что так-то было бы ни хрена. Меня машина первоначально там задавила. Он здесь. Так. Откуда это? Охренеть, ладно. То есть вы меня прямо таки заставляете в эту дверь идти? Попробуем с другой стороны. Блин, и в том он. Понятно, почему меня так изрешетили. Он здесь. Так. Ни хрена я словил. Thank you.
Вот так. Теперь бы мне... Обыскать труп, да? Так. Так. Где это еще был? Подождите минутку, вон там кто-то валяется. Я думал, труп, блин. Ладно. Опа. Так, убивать мне его нельзя, да? А куда мы бежим-то? А, ни хрена себе. И заново, что ли, опять все? Ёб твою мать-то. Он здесь. Бля, здорово-то вы придумали. Он здесь. Так. Покажись. Пожалуйста.
Так. Поторопись. Блин, вообще не то. Опа, аптечка была. Не надо было ее использовать. Мать твою. А где вы? А, блин, а здесь вас нету сейчас. Охренеть. Снимитесь, не убивайте меня. Не трогайте меня, пожалуйста. Ладно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Вот. Он автомат Томпсон, пулемет Томпсон. Так. За каждым контейнером, да, вы тут прячетесь? Давай посмотрим, кто еще тут. Кого вы тут поубивали нахрен? Понятненько. Вот он. Вот он. Ни хрена ты с меня снял-то. Пойдем дальше. Так, на вышке никого нет.
Я уверен, что там вот есть они. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Есть аптечка? Нет аптечки. Сейчас вот здесь проверим. Ну давай, рассказывай. Том. Фрэнк, меня послал Дон, и ты знаешь зачем. Я знаю зачем. Я знаю. Я не понимаю, что на тебя нашло. Я думал, ты мой друг. Никогда бы не подумал, что такое может случиться. За каким чертом это тебе понадобилось? Том, я не мог так дальше жить. Слишком много людей погибло за последнее время, а я этого не выношу. В старые времена с Доном было все по-другому. Может, я просто старею? Том, это война, а я больше не хочу воевать. Когда у нас родился ребенок, я думал, что моя жизнь станет спокойной. А по-другому? Никак нельзя было. Не обязательно было всех закладывать. Мне пришлось покориться. У них мои жена и дочь, Том. Если я не отдам книги, их убьют. Раньше мы решали свои проблемы по-мужски. Ты, Полли или Сэм могли бы вернуть их, но на этот раз я не хочу рисковать. Я не хочу потерять их, Том. Я не смогу без них жить. Мне сказали, что если я сделаю то, что от меня хотят, меня Мадж и Элис отправят в Европу, где мы сможем начать сначала. Копы? Копы шантажировали тебя и хотели убить твоих родных? С тех пор, как вы с Полли убили этого Билли, копы и Морелло работают плечом к плечу. Этот советник, отец парня, получил свою должность благодаря Морелло. Морелло хотел заставить меня говорить, а полиция потом позаботилась бы о Доне. Обе стороны получили бы то, что они хотели. Боюсь, что ситуация несколько изменилась. Где книги, Фрэнк? У меня их нет, Том. Ты их уже передал? Нет, нет, Том. Я скажу тебе, где они, если ты вернешь мне жену и дочь. Предполагалось, что мы встретимся здесь, так что их должны держать где-то рядом. Потом убей меня, если захочешь. Только проследи, чтобы они живыми выбрались из города. Прекрасно, но тебе придется сначала отдать мне эти книги, Фрэнк. Прости, но я хочу убедиться, что ты не врешь. Давай. Приковал в поле. Где-то здесь, да, должны держать? А где аптечка-то мне? Блин, аптечка, хоть одна. Чего такие твари-то? Испытывайте меня прям на пипец как. Так, ну-ка сходим, посмотрим. И этот, блин, огороженный весь.
в этих чё, аптечек нету? Давай, давай, давай. Блин. Ну, 8, это пипец же. Это твоя жена. Нахрен. Что-то я тогда не понимаю маленько. Так. Мы слышали выстрелы и думаем, что внутри будет безопаснее. Я не знаю, что делать. Налетчики, наверное. Ладно, господи. Только быстро. Я-то думал, там заложника держат нахрен. Вы жена Фрэнка? О, вы пришли, чтобы спасти нас. Я перед вами в долгу. Где Фрэнк? Он здесь. Подождите, я скоро вернусь. Давай. Уж как-то больно легко это все. С ними все в порядке, Фрэнк. Пойдем. Что так долго возишься? Элис. Слава богу, ты в порядке. Дорогая, спасибо, Том. Они обещали, что дадут мне билеты на самолет в обмен на книги. Эти билеты должны быть где-то здесь. Ты не мог бы поискать их? Ага. Я это сделаю, Том. Подожди меня здесь. Ну, если они обманули первоначально. Глупостей. Не ходи сюда. Ба! Вот что мне надо было. Я так понимаю, это книги, которые мне потом он отдаст. Ладно. Билеты на самолет. Так, ладно, давайте посмотрим, в этом ли здании они будут или нет.
твою мать. В дирижаблю идти. Давайте к дирижаблю слетаем. Давай. Выходим. Идем к зданию аэропорта. Давай. Билеты на самолет. Мне как песня какая-то звучит. Давай, выходим. Так. Нахрен я перезарядился-то? Ой-ой-ой. Вы нашли билеты. Ну и все. Блин, сразу их нельзя было взять, да? Мы же не знали даже о них. Идем, пока они там добегут. Я даже вот тебе машину дал, чтоб ты мог до самолета доехать. Ну вот, держи, Фран. Спасибо, Том. Дай мне попрощаться с Марч Эллис, а потом мы уладим с тобой. Что? Фрэнк, ты не летишь с нами? Что? Я не могу, Марч. У меня и Томми есть очень серьезный вопрос, который нужно разрешить. Так, Том? Фрэнк, просто скажи мне, где книги, и можешь лететь с ними. Что? Как ты объяснишь это Дону? Забудь об этом. Это моя проблема. Где книги? Я никогда этого не забуду. Вот ключ от сейфа в Первом национальном банке. Это в деловом районе. Книги там. Возьми их там. Спасибо. И, Том, благодарю за все, что ты сделал. Я в долгу перед тобой. Скажи Дону, что я сожалею о том, что все так закончилось. Для Дона ты мертв, Фрэнк. Если он узнает, что это не так, он не отстанет от тебя. Ну все, иди, давай. Томми, я никогда не забуду вашей доброты. Боже вас благослови. Ну, так я оказался очень хороший даже человек-то. Не забывай, что я говорил тебе тогда в машине. Одеваемся, давай. В конце концов, твой лучший друг убьет тебя. Так сказал мне тогда Фрэнк. Потом мне самому приказали убить друга. Да только я этого не сделал. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы сделали с тобой, или как там говорится. А я не хотел, чтобы Поле однажды всадил в меня пулю. Возможно, в тот день я и дал ему повод. Сам виноват. Я просто надеялся, что он любит меня так же, как я люблю Фрэнка. Остался человеком.
Что он там, завис самолет? Летит как-то боком накось. Ты-то куда? За твою мать! Я не хочу с вами вообще воевать. А нахрен вы мне все сдались от толпы здесь? Мерта. Интересно, меня сразу примут или как? На ментовской машине-то я могу гонять? Ну, конечно. Давайте, без превышения, эту хрен знает. Вдруг она не проработана, и меня за превышение тормознут. А, я вне карты. Ладно. Ждем, но я близко к этому. Ты давай одевайся, тебя там ждут все-таки. Давай, давай, давай. А, во, я выехал. Так, мне до упора, да? Смотрите-ка, нет, не преследуют, ничего. Синенькие. Не разыскивают. Опаньки. Да, а потушеньки. Ну-ка давай-ка, ладно, скинем. Фрэнк не солгал. Портфель с конторскими книгами лежал в сейфе. Достать его оттуда оказалось просто. Опа, вот тебе и раз, вот тебе и два. Давите его. Непроработанного. А, все, это я, блин. Вот так вот, сесть на место водителя. Так, куда мне? Вернитесь в бар. Хорошо. Я так тоже понимаю, уже к развязке движется дело-то. Я так думаю. Опа. А у меня такая же машина, да? Блин, я, блин, все патроны потратил. Ну ладно. Подарил, можно так сказать, ментам.
Охухошеньки хухо. Ничего, я из полиции мне можно. Да, хреноватенько все это дело, конечно. Стоп патронов в никуда. Если мне, блин, придется вдруг сейчас где-то что-то стрелять, отстреливаться, 100 патронов, знаете, тоже не валяются. На крыше бы они мне, ой, как пригодились бы. Кто там без них хрена был. Осторожно. Ой. Я полиция, мне можно. Интересно, что скажут, если я приеду вот на ментовской тачке? Молодец. Вы хотите удалить машину? Ни хрена не хотим. Новые машины появились. К счастью, все купились, когда я сказал, что Фрэнк мертв, и я избавился от тела. Так что на своих похоронах Фрэнк блистал отсутствием. У мафии есть привычка устраивать важным людям грандиозные похороны, на время которых люди забывают всяческие разборки друг с другом и с покойником. А мертвых или хорошо, или ничего. Любой гангстер вам это скажет. Как минимум на похоронах. Не только Сальери и наши ребята произносили длинные речи о своем лучшем друге Фрэнке, но даже Морелло и другие гангстеры. Морелло и Сальери плакали друг у друга на плече, как будто и не пытались день назад вцепиться друг другу в глотки. Фрэнк бы в гробу перевернулся, если бы действительно был мертв. В общем, все оказалось не так уж и страшно. Только пришлось сочинить кое-что насчет семьи Фрэнка. Сальери, конечно, хотел помогать бедной вдове своего лучшего друга до конца ее дней. Я же не мог ему сказать, что на самом деле они сейчас с комфортом отдыхают в Европе. Не мог. Телевизор выключи. Томми, сдается мне, что неприятности еще не кончились. Не знаю. Прокурор, что чуть не использовал против нас Фрэнка, продолжает копаться в дерьме. Здесь я нет? Слышал, что у него даже есть свидетели. Похоже, что этот советник, чьего сына ты застрелил, отчаянно жаждет мести. Прокурор его хороший друг. Если мы не задаем это в зародыше, проблемы появятся вновь. Звучит довольно паршиво. Что еще хуже, этот парень никому не доверяет. Он хранит все свидетельства против нас на своей вилле. Сэм и Полли в этот самый момент занимаются свидетелями. А ты заберешь эти доказательства, Том. Как же попасть туда? Ну, сегодня у нас есть великолепная возможность. Господин прокурор решил посетить театр, и никого больше не будет дома. То есть, никого, кроме охранников. Конечно. Но его кабинет будет пуст. Его вилла в квартале миллионеров. Господин прокурор на самом деле не бедный парень. Спасибо, Луиджи. Твоей единственной заботой будет попасть туда, но вокруг виллы будут охранники. Как только залезешь внутрь, будешь в безопасности. Дом пуст. Кабинет прокурора на втором этаже, и там в стене должен быть сейф. На дело возьмешь с собой Сальватора. Этот парень вскроет любой сейф в Америке. Блин, еще тащить кого-то за собой. Собираете все доказательства и уходите, пока прокурор не вернулся. Окей, босс. Где я могу найти этого Сальватора? Он будет ждать тебя в Хобокене, на углу рядом со стадионом. Так что сможешь подобрать его по дороге. Мне не нужно говорить тебе, как важна для нас эта работа, Томми. Бона фортуна. Я буду стараться, босс. Буду. И, Томми, если ты все же наткнешься на прокурора,
Ни в коем случае не убивай его. Это лишь добавит нам проблем. Вы можете положиться на меня, босс. А как я узнаю, прокурор он или нет? Мне надо оружие взять. Добрый вечер, Винченцо. А что, у меня нет оружия? Сегодня ночью мы собираемся совершить небольшую кражу со взломом. Мне нужно что-нибудь тихое. Томми, добрая старая бита, вот что нужно. Пипец. Если ударить кого-нибудь по голове сзади, он довольно долго не будет тебе мешать. Для полной гарантии возьми еще вот этот кольт 1911. Я скрещу пальцы, чтобы тебе повезло, Томми. Спасибо, Винченцо. Давай. Томми? Хотите удалить машину? Привет, Том. С чего я хотел бы удалить-то какую-нибудь машину? У меня пока все устраивает. Где тут аэродинамика у нас? Давай, вот на этот поеду. Визит к Толстосуму. Пипец. Опять, блин, вот единственное, что тут мотаться нахрен. Слева направо. Игра в этом и заключается, потому что большинство нахрен. Давай. Ой-ой-ой, мы же ограничений не поставили себе. Давай. Вот напрямую тебе равных нет, а вот так как ты будешь ехать, на хрен его знает. Сорок километров в час. Вы еще шустряком его назовите. Поворот. Едем. Вот. Ловим. Кто там? Комар, муха. Ау. Кто там? Ну, кто-то летает. Да? Нет? Ехай. Аэродинамичность по прямой до конца. Прекрасно. Что нам тут-то? Ой. Да как, блин, это хоть бы нет радио никак. Это, блин, авторские права, вся хрень, блин, повылазит. Будет потом. Ладно. Давай, садись.
Шеф, привет. Давай трогай. Отлично. Так куда мы едем? Так значит, ты можешь открыть любой сейф, да? Почти любой, шеф. А где ты научился таким штукам? Мой дед занимался этим, я унаследовал его способности. Сейфы становятся все лучше, приходится идти в ногу со временем, делать нечего. Сейчас попадаются очень хитрые сейфы. Давай. Ну давай сюда. Очень хитрый сейф. Миллионером едем все-таки. Миллионеры. Да. Вот там Рио-де-Жанейро. Олигархи, олигархи. Людям делают подарки. Президент под жопу пьет. Пнет, и они все за народ. Чуть осталось. Все правильно. Чем-то GTA опять напоминает, так. Отдельный квартал, значит, у вас, да? Ладно. С какой стороны подъехать? Ну давайте хотя бы в какой-нибудь подъедем, а дальше будем уже решать. Так, тут через забор нигде не перелезть. Один вход, один выход. Понятненько. Ну-ка. Нет. Садимся обратно в машину. Блин, ты чё вот подъехал тут, козёл, ни там, ни сям? Ладно, мы на месте. Через калиточку. Давай. Можешь открыть, Сальваторе? Я попробую, шеф. А когда надо было там, чтобы центральные ворота попробовал бы открыть. А мы тут копаемся, да? Тут машины ездят. Готово, шеф. Давай. Сиди тихо и делай, что я тебе говорю. Ой-ой-ой, там люди тоже бегают. Фокусов. Да твою мать-то! Здорово ты нахрен!
Сиди тихо и делай, что я тебе говорю. Вот так. Ну-ка, давай, открывай. Можешь открыть, Сальваторе? Я попробую, шеф. Давай, давай. Там охранник ходит. Ну ты красавчик. Прям совсем тихо. Нам надо на второй этаж. Давай-ка сюда. Блин, он помер. Иди тихо и делай, что я тебе говорю. Охренеть. Да пристрелите меня быстрее, да начнем заново. А то вы, блин, убьете его. Иди тихо и делай, что я тебе говорю. Ты быстро до меня дошел. Так. Нигде не высвечивается, ладно. Думал, может, где карта есть. Можешь открыть, Сальваторе? Я попробую, шеф. Давай. Охранничек. Ты давай уйди, чтоб не слышать, нахер, как он это героически откроет сейчас дверь. Готово, шеф. Охренеть. А где кабинет-то? С
Свет. Свет нам не нужен. Похож на кабинет? Стене. Так, ну надо, это не кабинет, предположим. Вы-то против. Вы можете дать Сальваторе приказы ждать и следовать за мной, поговорить с ним. Пойдем. У тебя сегодня был хороший день. Ближе! Ближе! Ну, покажи. Только без фокусов. Бля. Тихо и делай, что я тебе говорю. Так, ладно, проходить-то мы туда научились. Давай. Убить-то мне нахрена тогда только. Служанку себе только вырубить нахрен. Бля, надо было сразу с того вот это начинать выхренакивать. Иди тихо и делай, что я тебе говорю. Жди здесь. Тихо и делай, что я тебе говорю. Жди здесь. Все сюда быстро! Ты что не убиваем это такой? Твою мать, вы нашли ключ. Значит, мне как-то можно его. Ладно, хрен на тебя. И делай, что я тебе говорю. Значит, не все так хорошо. Подождем. Спешить не будем.
Уж давай только там пошустрее маленечко. Ой, ты где? Блин, блинский. Иди тихо и делай, что я тебе говорю. Жди здесь. Да твою мать-то. Сиди тихо и делай, что я тебе говорю. Иди-ка сюда. Жди здесь. Так-то с первого удара должен вырубать. Нашли ключ. Блин! Что ты с ним сделал? А, в челюсть треснул, делов-то. Иди тихо и делай, что я тебе говорю. Жди здесь. Все, ждем этого хрена. Так, вы нашли ключ, вы нашли помповое ружье, ты жди здесь. Вчера в баре ко мне пристал какой-то ирландец, настоящий сукин сын. Я сказал ему: парень, зачем ты нарываешься на неприятности? А этот ублюдок плюнул мне в кружку. И что ты с ним сделал? А, в челюсть треснул, делов-то. А он что сделал? Он снова набросился на меня и достал бы, но тут набежали мои парни и вышибли ему все зубы. Не стоит позволять всякой шпане брать над собой верх. Конечно, но потом явились его дружки и разнесли все заведение вдребезги. Вот падла. Вы что, никуда не хотите идти? Падла, стоят еще так, что... Куда
Давай, давай, давай. Блин, почти, почти. Почти. Иди тихо и делай, что я тебе говорю. Блин, так все хорошо получалось. Сюда, сюда. Жди здесь. Ждем. А ты куришь, ты знаешь, что курить не надо. Так. Блин, а меня-то кто? А, ты не умер. Понятно. Ладно. Блин, это у меня теперь в азарт пошло нахрен. Да твою мать. Жди здесь. По соплям ему дал еще. Для убедительности. Чтоб понимал. Теперь мне надо перебить всех. Да, ё-моё. Надо, блин, прятаться за этот. Сиди тихо и делай, что я тебе говорю. Или с другой стороны атаковать. Попробуем сейчас с другой стороны атаковать. Жди здесь. Так. С другой стороны посмотрим. О. А что, так и будешь сюда смотреть в одну сторону? Ладно. Так.
Ну, докуда ты и ходишь-то? Давайте посмотрим. Понятненько. Просто не давать себя окружить, и тогда нормально. Я потом приду за тобой. Ничего не нашли. Вот. Так, там два человека мы запомнили. Все. Где еще? Привет, дорогуша. У тебя сегодня был хороший день? Очень. Вот он, нашел сейф. Ну-ка, тут куда ведет? Это подсобное. Ладно. Ой-ой-ой. Ни хрена. Ладно.
Блин, аптечки-то нету. Ой. Плохо, что аптечки-то нету. Эти-то быстро так прибежали. Похвально. Так. Поманьячили. За мной? Только в бассейн не упади, пожалуйста. Не будь таким тупым-то. Это хрен знает, что от вас ожидать можно. Не смотри, что я тут натворил. Не надо. Жди здесь. За мной. Ну, показывай, на что ты способен, Сальватор. Окей, шеф. Блин. Смотрите-ка, все-таки взломал, действительно. Что-то может. Не просто так. Ухры-мухры. По трупам приехал. Иисусе. Похоже, нам срочно надо смываться с Сальватор. Готово, шеф. Как два пальца. Господи, тревога! Кто-то убил охранника! Давай, давай, давай! Пошли. Сваливаем. Нам сказали не убивать его, поэтому не убиваем. Кто-то убил охранников. Конечно, кто-то. Визит Толстосума. Я живу через улицу у стадиона, недалеко от того места, где вы меня подобрали. Ну, пойдем, садись. Не так бы тебя через лес бы нахрен провез. Ну, давай. Ой-ой-ой. Нам надо вот так вот. Чё? Поманьячили. И пострелять пришлось немножко. А что еще, ни хрена, еще что-то сделать успел. На было 29, стало 28. Ой, ну надо же, ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уж слишком она. Давай-давай-давай-давай-давай.
Поехали пока здесь, потом переедем на другую сторону. Не убивай, нахрен. Как бы прокурора бы там завалил бы, ничего страшного. Это охранники что, не люди, что ли? Ну ладно. Ладно. Все с вами ясно, все с вами понятно. Вот здесь я живу. Большое вам спасибо. Да, на здоровье. Надеюсь, что в следующий раз будет полегче. Сегодня я чуть не навалил штаны. Я тоже на это надеюсь. Иди выспись. Господи, один я там только стрелял. Это кого-то нахрен. Ой. Поехали в бар, возвращаемся, посмотрим, что он нам скажет. Я то не считаюсь предателем, нет, если я делаю добрые дела. Как вот правильно рассуждать-то? Ой-ой-ой, вроде бы и помог, и жизни спас, и семью целую спас, но перед тем, как спасти, я столько... Ну, хотя охранник, он и продает свою, это, жизнь. Как можно дороже там все устраиваться, либо ты, либо тебя, это как наемник, так что хороший он или плохой, какой бы ни был, он сам пришел на эту работу. Автосервис, туда пойдет тоже можно зайти, еще какую-нибудь тачку он тебя научит угонять, только надо будет опять какую-нибудь хрень сделать. Не надо. Вернитесь в бар Сальери. Меня там Эцио Аудиторе ждет. А вы Сальери. Вперед, вперед, вперед. Сразу две машины. Ладно, не хотят царя пускать, чудный остров навещать. Вот спит. Но ночью не выспался, что ли? Псих. Да. Угадала. Блин, радар такой пипец. Внутренний компас. Тихо, окошко-то не мучите. Отлично, парни. Последний раз вы прекрасно справились. Не осталось ни доказательств, ни свидетелей против нас. Благодаря вашим методам убеждения, они и не пискнут больше. Спасибо, босс. Мы старались вас порадовать. Но у вас это получилось. Но сегодня мы собрались по другому поводу. У Поля есть весьма интересное предложение. Ну, я виделся с парнем из Кентукки. Уильям Гейтс его зовут. Всем известно, что в Кентукки гонят лучше домашние виски. Этот парень чуть не проблевался, когда хлебнул виски, который Морелло продает здесь. А когда он дал мне попробовать эту штуку, что они там гонят, я вас умоляю! Умоляй. Ничего другого больше в рот не возьму.
Ну так я поспрашал его насчет этого. Говорит, но проблему. Он притащит столько, сколько мне надо. Меня аж трясет, когда я думаю о бабках. Короче, я заказал грузовик пойла. Я сказал себе, если товар пойдет, можно заказать еще больше. Так можно. Это сухой-то закон. Наш потерянный груз канадского виски. Мысль мне нравится. Мне тоже. Так что мы пойдем и заберем выпивку. Я уже весь извелся от нетерпения. Да, такая реклама. И где они спрячут его? Они встретятся с нами на автостоянке. Мы должны быть более осторожны, чем в прошлый раз. Поедете туда на машине с двумя другими парнями. Они будут вас сопровождать по пути назад. Вы трое возьмете грузовик и пригоните его к нашему складу в Хобокене. Парни уже там, во дворе, ждут в машине. И привезите мне бутылочку. Хочется, наконец, глотнуть чего-нибудь приличного. Будь сделано, босс. Бутылочку тебе что? Мало тебе здесь, что ли? Ешь, пьешь, нахрен. Вперед! Мы едем за лекарством. Вот, Том, это может пригодиться. Спасибо. Все в одну машину, нахрен. На подъезде расстреляют. Вот тебе прикол. Да. Отсюда забирать? С парковки? Подождите нас здесь, ребята. Мы вернемся очень скоро. Когда мы выйдем, следуйте за нами. Потом мы заглянем на склад. Ясно, босс. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Я, кажется, кое-что забыл. Увидимся в следующем видео. Пока!